Рак молочной железы сегодня является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в мире среди женщин. По статистике, за последние 15 лет заболеваемость увеличилась вдвое. Ежегодно только в России специалисты выявляют более 70 тысяч злокачественных новообразований у пациенток. Единственный способ избежать плачевных последствий – выявить болезнь на ранней стадии. Об этом жительницам округа напомнила заместитель главного врача Химкинской областной больницы Ирина Спирина. В настоящее время можно обнаружить рак молочной железы даже в нулевой и в первой стадии. И есть все для этого создано в городском округе Химки. У нас работает 6 кабинетов маммографии. Есть ультразвуковое исследование практически в каждой поликлинике. Гинекологи обследуют и направляют. Онкологическая помощь у нас оказывается на высшем уровне. Женщинам до 40 лет рекомендуют ежегодно делать УЗИ молочных желез, а женщинам после 40 – маммографию. В случае обнаружения рака на начальной стадии развития избавиться от него легко. Начатое вовремя лечение гарантирует почти 100% выздоровление. Кроме узкоспециализированных обследований, медики настаивают на регулярном прохождении диспансеризации. Уверяют, рак сегодня – не приговор.